Стартовала Всекубанская спартакиада 1 сентября 2013 года. Ученики прошли первый этап – школьный, затем муниципальный, зональный и полуфинал. Лучшие команды вышли в финал. Принимает участие 7 муниципальных образований Краснодарского края. На базе 10-й спортивной школы играют команды юноши, на базе спортивной школы «Виктория» играют команды девушек. Принимает участие команды городов Анапа, Сочи, районов Динского, Курганинского, Мостовского, Успенского и Щербиновского. В соревнованиях играют сборные команды школ по волейболу, ученики с 9 по 11 классы. В спартакиаде Анапы представляют волейболистки из общеобразовательной школы номер 4. Лидеры юношеской команды курорта – учащиеся школы номер 2. Спортсмены из Анапы – единственные, прошли финал в двух группах – девушки и юноши. Тренер нас готовил как физически, так и морально. Он объяснял, какая тактика в игре, готовил, что соперники будут все сильные, команды высокого уровня. Высокорослые игроки. Но мы постараемся стать чемпионами в четвертый раз. Первая игра в финале у анапчан с командой Щербиновского района. Затем с волейболистами Мостовского района и города Сочи. Девушки сыграют с командами Динского, Курганинского, Успенского районов. Волейболисты играют по круговой системе. Все финалисты сыграют между собой. При подведении итогов судьи учтут количество побед и разницу забитых мячей.